Это все ради вас. От вас требуется максимальная поддержка. Долго к этому готовиться. Я в России. Мама, я на первом. Какая поддержка нужна молодому человеку, остается только догадываться. Сам кому хочешь, поддержку окажет. На одном из популярных пабликов Инстаграма предложил 500 рублей за креативный комментарий к этому видео. Примерчики. По улицам слона возили, как видно на показ. Амурский гусь к пенному. Вкусно штраф автор эти 500 рублей сбережет. Оштрафовали в итоге водителя за нарушение правил перевозки людей. Сразу на 1000. Нахулиганил, опубликовал видео «Готовь кошелек». Кстати, совершенно непонятно, на что в принципе рассчитывают современные хулиганы. Повсюду камеры. Желающих выложить кадры в интернет – армия. Видео. Море. Примерчики. Чудеса парковки на Ломоносова-Шевченко. Воровство цветов с клумбы на Зейской 319/1. Пока мы считаем суммы возможных взысканий, одна всем известная транснациональная интернет-компания подсчитала, в каких городах больше всего за раз тратят на благотворительность. На первом месте неужели Благовещенск? Да нет, конечно, Москва. Со средней суммой пожертвования в 1130 рублей. На втором месте снова не Благовещенск. Уфа и ее 990 рублей. На третьем месте Ростов-на-Дону с его... Да вообще все равно. Сами мы даже в топ-15 городов не вошли. Куда приятнее изучать рейтинг регионов. В нем все совсем наоборот. Больше всего в среднем на благотворительность переводят пользователи именно Дальнего Востока. Меньше всего – сибиряки. Щедрость амурчан подтверждает и следующая новость. Парень убежал из благовещенского магазина с пакетом продуктов, не заплатив. Вы поняли, на что мы намекаем? Но суть не в этом. Ущерба на 600 рублей, а директор торговой точки пожелал не возмещения, а извинений. Очень добросердечно. К счастью, правоохранители решили не оставлять нарушителя с моральными муками один на один. Далее галопом по Европам. В Чигирях из банкомата воры украли 1 миллион рублей. Наверное, весело тратят. Их пока не нашли. Нашли 14-летнюю амурчанку, что сбежала из дома под Питером. Как пересекла почти всю страну, пока неизвестно. Священник из Благовещенска потребовал от властей немедленно запретить новый клип Светланы Лободы. Скажите, как его зовут? Отец Святослав. Ну вы и сами знаете. Подождем мою маму. Подождем, подождем твою мать, твою мать. Поп-звезда нулевых Игорек влюбился в амурских девушек и еду. Поездив по региону, концерт в Благовещенске он не дал. Но мы все же взяли развернутое интервью. Покажем завтра в рубрике «Лишний билетик». Наш корреспондент очень вдохновилась. Самой богатой женщиной России признана Ольга Бузова. Годовой доход певицы – 3 миллиона 900 тысяч долларов в год. Это 257 миллионов рублей. У нее свой бренд одежды, ресторан в Москве и хлебозавод. А все потому, что популярность до небес. Куда выше них летает Олег Артемьев. На счету российского космонавта-испытателя 2 полета на МКС. Там он снимает просто невообразимые видео для своего YouTube-канала, который, на удивление, не популярен. Узнав об этом, один известный портал постарался привлечь внимание к роликам. Мы хотим сделать то же самое. Спешите видеть, оно того стоит. Сейчас мы посмотрим, как мы улетаем от Австралии. В сторону Папуа-Новой Гвинеи. Цвета, конечно, красивые.